Эй, Робокоп! Тебя можно так звать? Что? Нет. Только офицер Хэкет. Хэкет? То есть прямо как в Хэкетс Квори? Что с того? Да просто интересно. Мы тебя почти не знаем. Пусть так и будет. Окей? А, ну же, Робокоп, попустись. Почему бы не скорешиться, а? Назвать причины? Ты прав. Мы вели себя ужасно и хотим загладить свою вину. О, я все понял. Не выйдет. Думаете, мы станем друзьями, и я позволю вам уйти отсюда, да? Как бы не так. Козел! Макс! Мы все знаем! Знаем, что Макс оборотень! Полнолуние через пару дней, и что? Нет, мэм. Ничего вы не знаете. Живо! Снимай чертову одежду! Свали! А ну, назад! Макс, что такое? А ну, отвали от него! Сюда. Отвали! Садись. Спокойно. Хотела стать ветеринаром? Вот тебе практика. Отпусти! Ты не поверишь, пока не увидишь сама. А просто попросить нельзя было, ублюдок? Блин. Не приближайся. Ти, ответь. Где вы сейчас? Прием. Черт. Угу. Буду через полчаса. Спасите! Нас держат в полицейском участке! Еду. Прием. Это было глупо. Не вздумай бросить меня тут! Отдыхай. Макс, расскажи, как себя чувствуешь? Лора, мне нехорошо. Что-то болит? Не знаю. Все. Подойди, я проверю твои глаза. Лучше тут постою. Макс, мне надо тебя осмотреть. Ну что, осмотрела, сука? Макс? Макс? Что с тобой такое? Макс! Макс! Thank you.
Хватит! Ну что ж, прощай, глубинное зрение. Посмотрим, что этот грёбаный коп скрывает. Заперта. Что же. Все равно я не брошу Макса. Продолжу поиски или можно вернуться в камеру и ждать. Блин, я с ног валюсь. Седьмое июля. Наверное, этим он меня и вырубил. Прячу в камере. С его владельцем явно что-то случилось.
Нужно прилечь. Сынок. 56. Значит, он родился в 1965. Что здесь произошло? Это вопрос к тебе. Ты не сбежала. Я не брошу Макса. Я все равно тебе не верю. Плевать. Я его спасу. Повернись, руки на стену. Серьезно? Не спорь, я устал. Но... Я тоже. Все? Сварю кофе. Что это? Информация. Бери. Хорошая работа. В смысле... Глаз. Было сложнее, чем в учебниках. И мне никто не помогал. Ты же врач. Нет. Я ветеринар. То есть, наверное, никогда им не стану.
Мы застряли тут навечно. Знаешь, то, что ты знаешь, ничего не значит. Вот. Что? Пойми. Все не так, как кажется. А можно чуть поконкретнее? Ну, у вас с Максом те же проблемы, что у меня. Моя семья. Мы просто люди. Мы пытаемся выжить, ты понимаешь? Не очень. Мы покончим с этим сегодня. Мы? Да. Так при чем тут твоя семья? Моя семья на дне колодца. Что? Семья — это самое важное в жизни. Но если все они... Да вот... Все до единого решают прыгнуть в колодец, и все... цепляются за веревку. Как один человек вытащит их обратно? Никак. Стоит начать тянуть, и ты тут же окажешься на дне вместе с ними. И в чем смысл? Ага, значит, это ты наверху с веревкой. И... Да. Это же очевидно. Да, окей, поняла. Забудь. Смотрим, насколько ты умна. Что это? Информация. И что там такое? Читай. Когда лик явит полная луна, жестокий зверь очнется ото сна. Пойдет по следу, опасаясь лишь воды, невинным агнцам не избежать беды. Коль скверну зверя ты несешь, лишь серебром свой дух спасешь. Пока луны круг с неба не пропал, срази ты зверя, чье проклятие вобрал. Как сгинет он, ты обретешь покой и сможешь взор вновь услаждать луной. Да. Продолжай. Но коли плоть твою пронзят клыки, то поспеши и ту конечность отсеки. Быть может, так спасешь ты душу от скверны, что ее разрушит. Начинаешь понимать? Да уж, содержательно. И стихи ужасные. Зачем рифмовать-то? Не знаю. Но это все, что у нас есть. Так. Убей оборотня, который тебя укусил, и исцелишься. Только серебром, только в полнолуние. Вроде как все просто. Ну да, если получится убить оборотня. Главное, Макс. Увы, все не так просто. Если ты знал все это, почему не убил его в подвале, когда у тебя была такая возможность? Ну тогда я все не так. Не так просто. Нет. Ну да. Их не так-то просто убить, и я защищал вас.
Опять что-то скрываешь. Я рассказал вам все, что нужно. Я тебе не верю. А если не убивать? Использовать науку. Науку, значит? Гениально. О, постой, сейчас, я только надену белый халат, ладно? Я серьезно. Почему бы просто не убить? Защищаешь кого-то? Вот что. Подумай о том, что я сказал. Я вернусь утром. Посмотрел? Я не поверил бы ему, если бы не видел этого. Я не хочу ему верить. Но другого объяснения у меня нет. Это все просто какое-то безумие. Кто знал, что мы засветимся в трэшовом ужастике? Ну, не знаю, как ты. А я тут просто звезда. Нет. К черту. У него был шанс все исправить. Мы свалим отсюда и разберемся сами. Лора? Да. Я видел запись с твоим глазом. Да. Паршиво? Паршиво. Прости меня. Ты ничего не мог сделать, не мог остановиться. Не контролировал себя. Так? Так? Да, так. Ты же не мог, верно? Конечно, нет, бля. Что за вопросы? Я просто пытаюсь разобраться, и все. Я же не обвиняю тебя. Боже. Пусти, говорю. Я знаю, что они там. Кто? Неприехавшие вожатые. Как ты не знал? Боже сказал. Ты сдал в утиль ничью тачку. Недавно. Остальное я сам понял. Черт. Ну? А ты как думаешь? Боже, Трэвис. Они что, все еще здесь? Ты укусил одного из них. Что мне оставалось? Что это? Вдруг услышат. Хорошо, что я успел тебя выставить. Ты охренел? Маме скажи, что это было не серебро. Заткнись. Макс! А? Макс! А? Чего? Трэвис там только что разговаривал. И? С Крисом Хэкетом. Он вытащит нас? Нет. Он оборотень. Макс, Крис Хэкет. Вот кто укусил тебя в этом подвале. Охренеть! Кто бы знал? Ну, знаешь, так-то я могла бы. А толку? Теперь все ясно. Вот почему той ночью там стояла машина Криса. Трэвис защищал его. Он проследил за нами и не стал убивать оборотня в подвале, потому что это был его брат. Боже, это же очевидно. Если он укусил меня, значит... Он наше лекарство. Мы тебя вылечим. Боже, я правильно все понял?
Завтра мы выйдем отсюда. Я возьму пушку Трэвиса и убью Криса. Эй, эй! Сюда! Помоги ей! Лора! Лора, как ты? Проклятье. Что тут творится? Лора! Я тебе почти поверил. Вот так. Может, надо было поступать в театральный? Но это перебор. Надо идти, пока он не очнулся. Надо взять вещи. Серебряные пули. Наверняка у него есть. Что там? Я что-то слышала. Стих. Да, да, точно. Сюда. Это из-за той двери. Тут никого. Что за хрень? Он их делает. Что это? Это патроны. Патроны с серебром. Вот где он был, он охотился. Думаю, он мне уже без надобности. Эй! Я только понял. Воля. Это точно. Эти 2 месяца нам, конечно, не вернуть, но мы на шаг ближе к возвращению. Серьезно? Ну да. Поедем в Хэкетс-Квори и убьем Криса. И вот я вернулась. Сюда. Макса пришлось оставить на острове. Лучше места не найти, там вокруг вода. И все. Такая вот история. Ну, у кого есть вопросы? Стой. Остров? Это что, наш остров? В озере? Да, а что?
Ну, Джейкоб, он отправился туда на поиски Эммы и не вернулся. И она тоже. Вот черт. Ну, если они там и были, их уже нет. Что это значит? Я только оттуда. Там сейчас один оборотень и нет людей. Вот черт. Я знаю, что мне надо сделать. Убить Криса Хэкета, пока не поздно. После нашей встречи, когда я убила Криса... Я вернулась на остров, думала, Макс исцелится, но... Макс? Макс? Макс! Ау? Значит, тот оборотень был не Крисом. Это был не оборотень, а Кейли Хэкет, дочь Криса. То, что я убила, не было девушкой. Ну, или к ней вернулся ее прежний облик, когда я ушла. Погоди, а как так вышло, что Макс не убил тебя? Хотел. Не смог. Времени мало. Времени в обрез. Наш новый гость. Хорошо пахнет, да? Давай, кусай. Давай. Тупая зверюга.
Блин, отпустите! Пустите меня! А ну руки убрали! Томми... Прошу, отпустите! Я не хотел, чтобы так вышло! Прошу! Боже, почему вы молчите? О! Может, вам деньги нужны? Просто у отца есть деньги. Много, ну, не так много. Но он найдет, наверное. Пожалуйста, отпустите меня, умоляю. Мне так жаль. Твою мать! Второй Бобби. Эй, куда вы? Эй. Ох, бля. Ох, пиздец. Всегда рада тебя видеть. Сколько всего скрыто в прошлом. Ох, ну и злодеи, да? Может, взглянем на твои находки? Колесница. С поводьями в руках мы чувствуем себя уверенней. Обретаем контроль, отважно берем судьбу в собственные руки. Отважно? Но иногда и глупо. Многие ищут укрытие в колеснице. Но, ты знаешь, порой там не так безопасно, как нам может показаться. И тот же вопрос, что и всегда. Ты желаешь увидеть больше? До исхода ночи ты еще не раз увидишь меня. Я буду ждать, но лишь если ты найдешь верный путь. Крис Хэкет. Заткнись. Хал. Эй, она убила Кейли. Я же объяснила. Кейтлин, идеи? О, потрясно. Ты прирожденный лидер. Да завали ты. Ну уж нет. Сам разбирайся. Я здесь ни при чем. Но подумай о том, что с нами случилось. Хорошо? Постой, ты слышала женский плач? В участке? Да. А что? Это из той байки о призраке, да, Кейтлин? Это не байка, а ужастик в 3D с эффектом полного погружения. Твой браслет. Ты чего? Я помочь хочу.
самом крайнем случае, это даст вам шанс выжить. Это убьет их? Да? Да. А если это будет Ник? Говорю же, в крайнем случае. Райан, опусти ствол, пока все еще живы. Так, ну что, где живет Крис Хэкетт, ну, когда лагерь закрыт? Мне-то откуда знать? А вы же были вожатыми, провели здесь 2 месяца, нет? В убежище его нет, по лесу за ним гоняться бесполезно. Мне нужна зацепка. Как насчет того жуткого дома за лесом? Эй! Что? Слушай, может, есть другой способ? Не думала? Да я весь последний месяц только об этом и думаю. Слушай, когда луна зайдет, я застряну тут еще на месяц. Так же, как и Макс, и те, кого он укусил. А мы тут каким боком? Спроси лучше у своих друзей в лесу. И не забудь про Ника. Все, еще чуть-чуть, и вас придется разнимать. Райан, давай валить. Времени нет. Пострадает еще много людей, если я не найду Криса Хэкетта. Я с тобой. Что? Ага. Вот и я не поняла. Я докажу тебе, что Крис Хэкетт тут ни при чем. Он просил нас сидеть внутри, хотел защитить. Да мне пофиг. Охренела? Заткнись. Ладно, делай, что хочешь. Ее же укусили, как и Ника. Все будет хорошо. Тачка того копа. Где она? На дне озера. Что? Я же угнала ее у копа. Тогда попробуй починить фургон и уехать. Сколько у нас? 1 или 2, не знаю. Это же не какая-то точная наука. Тогда нам пора. Нам точно сюда? Да вроде, да. Вроде или точно? Я что, похож на гида? Странно это. Что-то ты темнишь. Нет. Надеюсь, ты не тянешь время. Да нет. Пока мы тут блуждаем, мы в опасности. Это ты-то? Так, мы классно проведем время, если ты расслабишься. Ты серьезно? Да лето выдалось хреновое. Да, ну, ты стала сильнее. В каком смысле? Ну, а ты ведь жива, так? Остановись на этом. Око за око, так себе принцип. Без обид. Я только хочу спасти Макса. Я не собираюсь мстить. Все это ради парня? А что ты предлагаешь? Бросить его? Я так не могу. Говорю же, хреновое лето. Вот он, дом Хэкеттов. Значит, он со своей стрёмной семейкой живет в этом стрёмном особняке посреди леса. Ну, охренеть. Нет, но там его мать живет, вроде.
Я там не был, но... Раз уж мы ищем ответы, думаю, стоит начать отсюда. А и как туда попасть? То есть? Как попасть в дом? А это прям отличный вопрос. Может, никак? Да, я понимаю, что Крис твой друг. Я бы показал дорогу, если б знал. Точно. Да. Лора, мистер Хэ не злодей. Здесь речь идет не о добре и зле, Райан. Но почему ты так уверен? Если я позволю совести остановить меня, тогда всем станет намного хуже. И если есть другой способ, я выберу его. Эй, куда ты идешь? Нет времени, помнишь? Тут где-то должен быть вход. Держу! Мы оба рухнем! Вот, блядь! Ты как? Лора? Пойдет по следу, опасаясь лишь воды. Точно. О боже, Лора! Ёб твою матрицу! А если... Ты что? Смотри, ну... Большие у тебя глаза. О, черт. А цвет? Желтые? Ну, самую малость. Черт. У нас мало времени. Это часть старого карьера. Наверное. Похоже, их тут рабочие оставили. Ну да. Тут давно никого не было. Ты это слышал? Она. Кто? Карга Хэкет Скуори. Хочет нас спугнуть. Или ведет. Нас услышали? Сомневаюсь.
С нормами труда тут хреново. Ну, на мой взгляд, в таком месте ржаветь и разрушаться как раз норма. Ладно, идем. Да. Эй. Тише. Я бы сейчас от бургера не отказалась. Да ну тебя. О, высоко. Ты думаешь, тут сейчас может быть кто-то еще? Кроме нас. Наверное, или эти шахты не такие заброшенные? Высоко тут. Да, мы уже обвалялись. А ты, оказывается, у нас юморист. Так в чем твоя фишка? В плане. Ну, ты же типа такой загадочный одиночка. Как-то это не вяжется с любовью к начальнику лагеря. То есть я не вписываюсь в нужные рамки, так? И что это за рамки? Пофиг, забей. Ты всегда такой? Какой? Вроде начинаешь разговор, а потом сразу прячешься в свою раковину. Может, я не хочу с тобой говорить? Ух ты, мило. Что-то мне подсказывает, что ты одинок. Да, и? Да так. Сюда, я вижу свет. Да. Ну, или оставайся, решай. Качалка себя оправдала. Так, дамы, вперед, или ты первым полезешь в страшный туннель? Заманчиво.
Берегись, занозы. Спасибо, поняла. Намечается туса. Выпивка. Времен запрета. Это все контрабанда. Значит, она стоит тут около 100 лет? Не скисла? Что? Ей цены нет. Так хекеты были бутлегерами. Похоже. Карьер закрыли, а деньги нужны. Пошли, потом обсудим. Думаешь, сюда? Не знаю, я без понятия, где мы. Я тоже. Идем?